Чтобы разбить слово на слоги, нужно узнать, сколько в нем гласных звуков. Сколько гласных, столько и слогов. Де, душ, ка. Три слога. Ди, но, завр. Три слога. Вед, ро. Два слога. Ар, буз. Два слога. Слог может состоять из одного гласного звука. И, мя. Из гласного и согласного. Ма, ма. Из нескольких согласных и гласного. А, ист. В звуковой модели слова гласный звук будем обозначать красным цветом. Твердый согласный – синим. Мягкий согласный – зеленым. Слоги слияния будем обозначать твердый согласный и гласный, синий с красным. Мягкий согласный и гласный, зеленый с красным. Давайте составим звуковую и слоговую модель слова «аист». В слове «аист» два гласных, значит, в слове два слога – «а», «ист», «аист». Первый слог под ударением. Теперь давайте составим звуковую модель слова. В слове «аист» два слога. Первый слог состоит из одного гласного, второй – из слога слияния и согласного. Первый слог состоит из гласного звука под ударением. Второй слог состоит из звуков слияния гласного и твердого согласного и твердого согласного звука –